В Екатеринбурге посредь бела дня, на перекрестке Ясная, Шаумяна, что в юго-западном спальнике, приключился крайне редкий для наших широт замес. В ДТП попал учебный болид, приписанный к автошколе. Автор этих строк уже без малого три десятка лет ежедневно повествует о разных авариях, но вот так, чтобы осторожный автоученик-курсант с инструктором на борту попал в замес, да еще и сам его инициировал и, более того, травмировал своего учителя – чего-то такого вообще не припомню. Может, конечно, что-то с памятью моей стало, но не суть. Декорация такая. Учебный Renault Logan 2014 года выпуска, с самого своего рождения приписанный к юридическому лицу, ну а сейчас, судя по записи на борту, относящийся к автошколе «Уралмаш», катился по Шаумяна, а это вообще не Уралмаш. Это противоположный конец полуторамиллионной уральской столицы. За рулем курсант, на месте смертника, как обычно, инструктор. Парочка, учитель-ученик, видимо, отрабатывала водительскую опцию «Город» и каталась по всему Бургу, и все было норм, ничто не предвещало. Даже если курсант тупил, инструктор был на стороже. Однако на юго-западе случилось страшное, прежде всего для инструктора. Учебный пилот с Шаумяна стал поворачивать налево, чтобы, значит, двинуться в сторону головного офиса областной госавтоинспекции. И по правилам 2D, которые курсант уже как бы должен был знать, он, конечно, должен был при повороте пропустить всех встречных прямоходящих. Но случилось непредвиденное. Курсант по какой-то причине не пропустил первый встречный черный бездорожник Nissan Qashqai. И япошка вколотилась реновации ровно в дверь смертника, за которой сидел, не успевший среагировать на подставу, инструктор. В результате неравного боя, а он был явно неравный, Qashqai и тяжелее, и бил носом со спасительным мотором внутри, а Логан и мельче, и отбивался беззащитным правым боком. Так вот, в результате стукнувшиеся болиды разлетелись по разным тротуарам. Nissan элегантно встал ровно в заборном проеме, предназначенном для пешеходов, а вот Renault в дыру не вписался и срубил один фрагмент металлического забора. Но что важно, во время съемок этого клипа ни один пешеход здоровьем, по счастью, не повредился. Покалечился только инструктор, которого автоученик подставил под удар судьбы. Скорее всего, неумышленно. Хотя, кто знает, какие у них там в Уралмашевской автошколе сложились отношения. Инструктора с подозрением на перелом ребер, ну, видимо, справа, откуда приехал Qashqai, увезли на карете на другой конец города, на комплик, 36-ю травматологию. Состояние виновного автоученика очевидцы описали одним коротким словом из трех букв. Шок.